Концерты в Видновской детской школе искусств не редкость. Они проходят несколько раз в месяц. На сцене выступают учащиеся школа, ее выпускники, педагоги и приглашенные артисты. Мы хотим стать центром театрально-концертной жизни. Для чего? Чтобы люди приходили к нам, как в театр, чтобы они привозили детей, чтобы они красиво одевались. И концерты наши соответствуют самым высоким требованиям. По традиции, последний в уходящем году концерт дали преподаватели школы. Скрипка, гитара, виолончель, балалайка, рояль. Одно произведение сменялось другим. Выход артистов на сцену сопровождали бурные аплодисменты. Педагоги школы – талантливые люди. Они готовили к концерту не один номер. Например, Оксана Беленькая выходила на сцену со скрипкой, а чуть позже в ее исполнении прозвучали куплеты Адели из оперетты Штрауса «Летучая мышь». По мнению Оксаны, выход на сцену для любого музыканта, будь он педагогом или профессиональным артистом, одинаково необходим. Музыкант, он прежде всего музыкант, он прежде всего должен быть исполнителем. То ли он на инструменте, то ли он поет. Это самое важное для него. Вот. Сколько как бы он ни преподавал, думаю, что исполнительство никогда не отойдет на второй план по значимости для его профессиональной, так сказать, чести. Эту точку зрения разделяет и Арина Сигитова. Она поднималась на школьную сцену не так давно. Сначала как учащаяся, затем как выпускница ДШИ. И вот теперь в качестве преподавателя. Сцена – это мой второй дом. Мне хорошо на сцене. Я дарю людям радость, счастье, восторг. Впервые на этой сцене выступила семья Казарьян. Рафаэль и Наталья только недавно стали частью педагогического коллектива Видновской школы, приехав в наш город из Краснодара. Школа изумительная, мы в полном восторге. Мы приехали, первое время я ходила по этажам, просто смотрела на то, вот какая замечательная школа. Ну и педагоги здесь тоже замечательные. Положительные эмоции в этот вечер дарили зрителям все артисты новогоднего концерта. Полтора часа музыки пролетели незаметно. Зрители, покидая зал, делились впечатлениями от зимней сказки. Хорошие номера. К Новому году такой концерт послушать еще бесплатно. Просто подарок. Мне очень понравился. Вот такой вот веселый, вот такой вот радостный. Просто всех благ желаю я всем участникам и слушателям. С Новым годом всех! Получили большое наслаждение и удовольствие. Спасибо всем организаторам, директорам, учителям. Всем спасибо. Я счастлив, что я сегодня был здесь. Очень благодарен всему коллективу. Нет слов больше. Спасибо. С впечатлениями от зимней сказки. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Видное ТВ.